Чисто 12:30 мы обсуждаем, если ты... что снять в офисе. Смотри, если ты... Чилл-зона. Чилл-зона нашего офиса. Йоу. Нашего нового офиса. Серега, да ты меня, короче, преследуешь. Вот он, Косенко Ритейл. Бизнес-хаки. Покупай. Прямо здесь. Господи, как это... Поэтому можно скучать. Ну, от этого устаешь, конечно. Устаешь, конечно. Не на больше. Ладно, на месяц едем. Смотрите, они не могут. Они не могут остановиться, понимаете? Вот они говорят, и просто все. О, нет, 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 нет. Подожди, давай решим это сделать. Приехали на открытие Black Star Karting. Еее! Итак, снова эти ощущения в Black Star Karting. Официальное открытие сегодня. Офигенно, мы второй раз здесь. Я думаю, будет очень круто. Итак, ребят, только что на моем канале вышло новое видео с этими замечательными ребятами, где мы что делали? Делали невозможное. Доставали из какой-то коробки, которую он сделал, какие-то непонятные предметы. Но это было так смешно и круто, поэтому обязательно смотрите, свайпите. Свайп обязательно. Ребята, у меня вышел новый клоун. 86 тысяч просмотров за 20 минут. Я вас люблю, вы просто лучшие. Ребята, вы просто не представляете, я сейчас вышел из кино и просто начал листать вкладку в тренде, немножечко пролистал вниз, 4-е место клоун, 5-е место, как мы с Евой, с Никитой Морозовым снимали. Йоу, вы так мотивируете, большое спасибо. Подписывайтесь на канал, я вас очень сильно люблю. Завтра уже выйдет вторая часть, потому что вы поставили 107 тысяч лайков. Это просто жесть. Вы самые крутые. Я вас очень люблю. Спасибо за поддержку. Меня зовут Аталикова Софи, я мейкап-артист. Меня зовут Кина, я певица в R&B-стиле. Дмитрий Шабалин. Меня зовут Катя, я музыкант. Надя, пою и пишу песни. Николай, я ювелир и тату-мастер. Ребята, так как вы набрали 100 тысяч лайков за первый день, я сразу же выставляю вторую часть клоуном через полчаса примерно на моем канале. Спасибо вам, свайпайте вверх и смотрите. Не ожидал, что так быстро, там уже больше 150 тысяч. Вы просто молодцы. Ребята, смотрите, как офигенно. Кола мне прислала вот такой вот подарок. И здесь я. Спасибо большое, очень приятно. У меня уже вторая бутылочка с моим. Тут уже совсем я, там было моим, а теперь я. Спасибо, Кола, one love. Ребята, тот момент, когда новый ролик про клоуна заменил вчерашний ролик в тренде, и сейчас он находится на 4-й строчке. Свайпайте, если вы еще не смотрели, это офигенные выпуски. Скоро выйдут новые. Я вас очень сильно люблю. Спасибо за поддержку. Вы самые крутые. Йоу, по поводу ситуации между Андреем Рэем, Юликом и Дани Кашиным. Чуваки, вы совсем чуть с ума посходили? Андрей снимает смешной, клевый контент, который абсолютно безопасен для детей. Вы снимаете жесткие вещи, вы обсираете других, и при этом вы гоните на Андрея, что после видео Андрея люди будут прыгать под поезд, учить по своему уме. У него абсолютно безопасный контент, в котором он просто идет перед трамваем на остановке, где чувак
затормозил и видит того, что он снимает. Вы типа вообще в своем уме? Вы сначала посмотрите на себя, а потом уже думайте о других, ладно, окей? И, Кашин, ты сначала тусишь с Андреем после концерта, а сейчас его засираешь. Ты дебил сам, что ли? И если вы такие, типа, правильные ребята, чего вы не напишите человеку в личку? Посмотрите за собой. И вот меня больше всего удивляет, когда люди как бы в чужом глазу видят соринку, а в своем вообще бревна не видят. Потому что послушайте треки Дани. Там призывов покурить, понаркоманить, ругаться матом. То есть это, мне кажется, жестче, чем человек, который идет на остановке перед поездом. Юлик обсирает весь YouTube. Я типа не против такого контента, поэтому я и молчу. Я и ничего не говорю. Потому что я считаю, что каждый сам вправе выбирать то, что он делает. И каждый в своем уме, у каждого есть своя голова на плечах. И зачем говорить о чем-то, если можно о каждом блогере сказать, что у него какой-то там тупой контент, левый контент. Зачем это делать? Вы типа для чего это делаете? YouTube – это прежде всего площадка для творчества и самореализации. Каждый блогер, я уважаю каждого блогера, честно, и каждый блогер выражается так, как он хочет. Будь это видеоклипы, будь это песни, будь это просто YouTube-челленджи там, или интервью, неважно. Я уважаю каждого, кто делает что-то на этой платформе. Конечно, даже Siri, он подтверждает, у меня колонка. И я хочу сказать, что давайте жить дружно, давайте меньше негатива, потому что каждый из нас, он творит и делает так, как он это хочет. Есть какие-то плохие люди, есть некоторые люди, которые призывают там к чему-то плохому на YouTube. Но сейчас у YouTube очень жесткие политики, которые банят такие видео. Видео Андрея ничего такого не было. Так что всем мир, XOLIFE, Гэри. Еще раз привет всем ютуберам. Хочу сказать, что надо просто любить себя и других людей. Все, мир. Hey, друзья, у Полины Хит сегодня вышло видео, как она утопила машину своего папы, так что свайпайте вверх и смотрите. И если вы хотите коллаб мой с ней, также пишите ей и смотрите этот ролик, потому что он очень смешной и прикольный.